Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Ми повернулися і повернулися, знаєте, для того, щоб трохи більше поговорити про весну. Вона невпинно наближається. І, знаєте, от для дівчат це зазвичай головний біль. Що ж на себе одягнути? Ну і для того, щоб полегшити ці страждання, ми запросили стиліста, нашого постійного експерта Яну Мурзаєву. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Яночко, ви так чудово виглядаєте, що аж хочеться з вами говорити про моду. Ну, і про весну. Так. Ви і вже так зайшли, нам більше кольору додалося. Що в моді цієї весни? Ну, давайте разбираться. Очень много, что мы используем для того, чтобы быть модными, да? Мы используем, естественно, тренды. Тренды меняются каждый сезон, что-то меняется, что-то остается, что-то переходит из нескольких годов, что-то постоянно актуально, например, такой, как леопардовый принт, он не уходит никогда, может поменяться только чуть-чуть оттенок леопардового принта, может быть, поменяться немножко размер вот этих точечек, ну, а в принципе, сам по себе леопардовый принт, он какой-то получился вечный. Сегодня я попыталась отобрать такие тренды, которые легко использовать. Они могут быть использованы в одежде, они будут использованы в аксессуарах. И они очень классные, и они такие быстро проводящие именно вот в трендовость. Поэтому поехали, начинаем смотреть. Так, давайте. Ох, монохром. Знаете, от я не можу сказати, що я дуже великий експерт в моді, але все ж таки це слово мені знайоме завдяки моїй колезі. От ми нещодавно вже спілкувалися про монохром, і вона мені пояснила приблизно, що ж це таке, але все ж таки хочеться, щоб ви пояснили трохи більше нашим глядачам, розповіли. Да, вот как раз монохром ми бачимо на картинці. Это монохром одного оттенка. То есть это используется цвет одного оттенка, и сейчас это пастельные цвета, это сейчас лиловый и living coral, здесь используется один из самых трендовых цветов этого года. И что мы видим? Мы видим комплект брюк, мы видим комплект верхняя часть и пальто, все в одной растяжке этого оттенка. Либо, как на третьей картинке, перевернули, только что была, растяжка немножко менялась от насыщенного цвета и чуть-чуть светлый. Здесь то же самое, слева у нас растяжка лавандового, потом молочного и розового оттенка. Они могут быть в одной цветовой градации, а могут быть немножечко разные по своему цветовому содержанию. Как на справа мы видим брюки ярко-розовые, а верх уже вообще такой легко-розовенький. А что скажете по текстурах? Как их поєднувати? Там, можливо, тяжкий низ, легкий верх, чи навпаки? Смотрите, можно нивелировать текстуры, как мы видим на первой картинке. Да, это очень легкий воздушный низ и достаточно вязаный такой текстурированный верх. В этом и происходит такая сочность комплекта, когда происходит соединение двух разных текстур. Либо текстура остается как с правой стороны, либо она остается из одного качества ткани, здесь, по-моему, тофта, и тогда костюм остается костюмом. Можно нам еще одно фото, будь ласка? Да, здесь очень яркие, красивые цвета. Да. Та, що мені подобається. Красный, красная груша и манго. Это манго плюс мохито. Есть цвет пантон, очень модный в этом году. Вот думаю, что вот этот вот оранжевый, это он. Опять мы видим одну и ту же гамму цветовую в этом луке. И вы смотрите, как красиво и точно смотрится цветовая подача. Дуже. Так, ще, будь ласка. Більше для таких. О, і жовтий, зелений, можливо, ці кольори якось інакше називаються, роз'ясніть нам. Жовтий – це название куркума, цвіт в этом году. Круто. Да, очень красивий, съедобний, його прям хочеться скушати. Шкода чоловіків тепер, тому що для них це зелений і жовтий, і вони абсолютно не розуміють, що це як. Що сьогодні це куркума, а вчора це була горчиця. Так, до речі, і ще є дуже соковитий лимон, ми вже, знаєте, десь обговорювали. Так, я слухала це. Так, це жовтий, дівчата, це жовтий, нічого подібного. Ні, в цьому сезоні це соковитий лимон. Далі, хлопці. Ну, здесь вообще бесподобная конфетная такая подборка. Здесь очень, допустим, с правой стороны мы видим очень-очень-очень легкий фатиновый низ, такой многослойный, и сверху уже более строгий верх. В этом и фишка наряда. Средний голубой наряд тоже очень красивый, он очень классический. Здесь миди-длина, которая тоже актуальна в этом сезоне. Заправленная вовнутрь водолазка, что тоже более актуально, чем вы слышите. Так, мы все бачимо повадки.
Ще у нас є зображення монохромчика? Вот ще очень красивий молочний монохром. Так, мені найбільше подобається. Да, он один из самых роскошных, один из самых интеллигентных. Ждем весну и одеваем, и красиво ходим. Ну, і я не можу не помітити, що дуже він пасує брюнеткам. От є якесь таке відтінення, ну, можливо, просто підбірка така, але все ж таки тішу себе надією. Ну, хорошо, правильно тішу, да. Буде тебе очень красиво. Мы тебя ждем. Я видела, что у тебя на аватаре сейчас Total Beige стоит, yes. И я тоже очень обрадовалась. Думаю, Яна очень красивая, читает. Дякую, еще Саші Бало, хлопці, у нас є щось. Думала, не згадаєш про мене, а що бідненько. Так, хлопці, показуйте нам ще щось. Да, вот и Total Beige. Он самый, считается в этом году самый непростой, а самый легкий, самый активный, самый часто использованный цвет. И действительно, смотрите, как он красиво смотрится. Важно учитывать еще и температуру бежа, потому что если у нас холодная цветовая гамма, то тогда этот беж будет вот такого примерно сероватого оттенка. А если у вас теплая цветовая гамма, то беж будет больше верблюжего, такого туда горячего, с добавлением желтого оттеночка. Вот я знаю, що останніми роками було дуже популярно ось якісь такі, от, можливо, не яскраві образи до підкреслювати якимось яскравим аксесуаром. Чи доцільно, чи актуально це в такому випадку? Так, да, звісно. Ми далі будемо, прийдемо к следующему тренду, там буде якраз хорошо це видно. Но если и говорить про total look, если вы хотите добавить акцент в ваш образ, то, конечно, вы берете себе, допустим, трендовую неоновую сумку или трендовые неоновые туфли и вперед. Чи є у нас ще щось з монохромчика? Є. Вот еще красивый красный. Total Red. Да, Total Red. Это просто, я не знаю, сногсшибающий, по-моему, оттенок. И тут даже нечего говорить. В первом очень красивое декольте, но зато полностью закрыт низ и длина миди, и потом дальше переходящие в сапоги, то есть нигде больше нет кожи, не видно. Во втором случае у нас тоже Total. Он полностью закрыт сверху, но длина брюк 7/8 и уже более светлая обувь. То есть, что имеется в виду? Что хочется подчеркнуть в этих всех нарядах? Что обязательно где-то должна быть выглядывать кожа. Где-то должно быть живое место для того, чтобы наряд дышал. Дуже непогано. Чи є в нас ще щось з монохрома? Ну і от ще Total Black, Total White і Total Beige. Це якщо... більш традиційно. Так, але якщо да, так от по луках підбивати такі певні підсумки, навіть не підбивати підсумки, а основні такі акценти. Бачу брючні в моді, так, довжина міді. Да. Широкі брюки і висока талія. Ну ось, добре, можемо переходити до наступного тренду, якщо я не помиляюся, неон. Ви дуже гарно його сформулювали у повідомленні. Мой любимий неон. Да. Ну і хочеться трохи більше про нього дізнатися. Тобто щось таке кислотне, чи не виглядатиме воно дико? Ну, кому как. Для кого-то это дико, для кого-то это классно. Все зависит от человека, который будет использовать. Мне кажется, важливо, как его використовувати. Ох, ну, вот да. Здесь его используют далеко от лица, то есть он не будет таким диким, потому что так или иначе мы смотрим на лицо, и цвет влияет на лицо. Ага. И если он влияет нехорошо, то весь наряд проигран. Если цвет влияет правильно на лицо, то у нас молодость, здоровая кожа, все сохранено, и поэтому наряд выигрывает. Здесь не он убрали вниз, то есть он абсолютно не несет никакого цветового акцента, цветовой нагрузки. Он в тренде, он не мешает женщине воспринимать себя. Ну, я бачу, що тут кілька кольорів таких кислотних, тобто воно якось може перегукуватися. Може, да. Ну, это даже комплементарное сочетание, если прям грубо-грубо-грубо отойти, то есть это сочетание красного и зеленого. Если разбирать эти неоновые цвета, то есть малиновый мы можем отнести к цвету красному, а салатовый к зеленому цвету. Если мы знаем, что по правилам сочетания цветов есть комплементарное сочетание, когда цвета сочетаются, стоящие друг напротив друга. Вот как раз в цветовом круге у нас красный и зеленый будет стоять друг напротив друга, это будет комплементарным, достаточно правильным, грамотным сочетанием цветов. Так, так наступное фото. Вот, очень красивая салатовая юбка в пол. Он такой, вроде бы, спортивный наряд, но в нем есть какая-то интеллигентность, даже какая-то классика для меня, потому что ничего лишнего, все очень гармонично, все очень лаконично, но с цветовыми яркими оттенками. Так, колір абсолютно не якийсь класичний, але виглядає справді класно. Який верх?
А там какой-то свитшот чорний, спортивний. Круто. Я бачу, що зачіска така, от да, вона не кидається в очі. Да. Тобто, якщо у нас вже є яркі деталі, то більше ми ярких деталей нигде не додаємо, ми убираємо всю остальну акцентність на задній план. Наступне фото, хлопці. Вот здесь тоже, пожалуйста, очень красивая туника с глубоким вырезом, и оттуда уже выглядывает утонченная малиновая неоновая ножка. Так, добре, ще, будь ласка, фото. Вот Total Beige. И есть акцентная яркая неоновая водолазка. Угу. У нас получается неоновый цвет, но он очень хорошо успокоен вот этим бежевым комбинезоном. Угу. Комбинезоны, кстати, тоже очень в тренде. Такие вот рабочие, похожие на рабочий, угу. рабочую форму. Так, так. Мы, когда минулого раза вы были у нас в гостях, да, отговорили. Говорили, и он перешел. Ось я, когда дивилася фото, мне цей образ найбільше сподобався. Тобто він якийсь такий мега-класичний, но... и все ж таки оці... Акценти, так, акценти розставлені. Ну, тут не в останню чергу все залежить від того, що дівчина дуже круто все підібрала. Ну, от я так зрозуміла, що можна так поєднувати щось да, таке. Да, то есть это классическая клетка, но все равно кроп пиджака уже не классический, да? Угу. Соответственно, мы можем ввести что-то не классическое дальше, доиграть этот крой. Здесь он доигран неоновой водолазкой. Потом джинсы скини, наверное, я думаю, потому что мы видим. Угу. А может быть и клёш тоже можно позволить себе. И крохотная сумочка, которая также будет в тренде. Мы поговорим. Но еще мне хочется добавить, обязательно, никакая трендовая вещь, самая новая, не будет играть, если у нас недоработаны волосы и макияж. Вот. Поэтому тоже нужно это учитывать с чистой головой, с правильной формой стрижки или прически и с грамотным макияжем. Мне дуже подобається, що акцент розставлений якраз на те, що голова має бути обов'язково чиста, і це вже половина успіху, да. Я так зрозуміла. Прекрасно. Добре, наступне фото. Вот еще один Total Beige, да, и в нем участвует неоновая водолазка, и тоже смотрится очень классно, очень энергично, и если вы человек харизматичный, если вы человек веселый, заводной, как вы, девочки, то вот. Мы задумались, отдали. Или же это просто аксессуары, которые не несут слишком большую цветовую нагрузку, а слегка выводят наш лук на более трендовий новий уровень. До речі, от я дивилася на цю дівчину, на це зображення, і от відразу сережки. Я нічого не запам'ятала з її образу, ну, відразу ці сережки. Ну тут, в принципі, більше нічого і нет. І я думаю, що весь наряд у неї очень такой вот спокойный, по крайней мере, верх, то, що нам видно. Но вот эти сережки, да, они освежают вот это спокойствие, которое на ней сейчас. І, до речі, макіяж, я бачу, він такий дуже-дуже. Його майже немає. Так. Да. Угу. Наступне фото. Вот это фото в моей публикации, мы да, бачили. Набрало максимум комментариев и лайков, поэтому я его сюда включила. Да, здесь очень красивая такая вот оверсайз белая рубаха, плиссированная юбка влетящая и такие же по цвету, как юбка, сапоги. Что здесь у нас? У нас здесь неоновый тренд, раз. У нас здесь тренд плиссировка, потому что плиссировка опять вернулся, и он будет в этом году очень актуален. Ну и вот весь летящий состав наряда теж завораживає. Це дуже весняно. Я подивилася на цю сорочечку, і я згадала Моніку Белучі в кінці 90-х років. Угу. Була в неї дуже популярна фотосесія. Ну, от ці світлини облетіли всю мережу, і от в неї там одна сторона навіть відкрита. Угу. Я також дивилася, що це практично. Ну, я подивилася на ваше фото, потім десь якось мені на очі потрапила та публікація. Ну, білі сорочки, мені здається, з моди не виходять ніколи. Ні. Вони можуть міняти крой. Фасончик. Міняти, да, манеру носить эти белые сорочки. А в принципе, сама белая рубашка, она всегда, да. Вечная. База. Наступное фото. Ну и тоже очень интересное сочетание цвета, да, так. Вообще необычное. Это салатовый верх и бронзовая, велюровая, наверное, вот такая летящая юбка. Сочетание несочетаемого, а смотрится очень интересно. Очень смело. Да. И так, до речі, важкий верх, легкий, такий, наче низ. И ви сказали про колір, цей от бронзовий, щось таке блискуче, воно да. Повертається. Да, оно возвращается, возвращается парча, возвращается жаккард. А это, соответственно, вот такие переливчатые текстуры тканей. Чи є в нас ще неон фото?
Да, а вот здесь, смотрите, какой вообще простой-простой casual look, и неоновые туфли, как все свежо и ново. Было бы не так интересно, если бы это были просто черные каблуки или бежевые каблуки. А так как у нас 2019-й, неоновые каблуки, и все иначе. Ще? Все, неон фото у нас закінчені. Добре, переходимо до наступного нашого тренду. Поговоримо, напевно, про сумочки. Невеличкі. От знаєте, я поза ефіром вже трохи поплакала, тому що ну куди вже менше. І тут якось і телефон, і серветки, ну і найнеобхідніше гаманець. І все ж таки ще менше до нас, менші сумочки у моді. Як їх носити? Що з ними робити? Що в них носити? Ну, як ми можемо бачити, тут рук не видно, і ми не знаємо, що у дівчинок в руках далі. До речі, чоловіки наші сказали поза ефіром, що поряд з такою жінкою все має бути чоловік, який є звичайно. От в чому секрет, собственно, так говоря. Це говорить о том, що джентльмени рядом, джентльмени є, вони существують, так що все в порядку, це в тренді. І вони також дивляться за модними трендами, бо вони розуміють, що їх чекає. Да. Ну, на самом деле, це маленька сумка, это не, она не входит в основное использование, да, сумочек. Mm-hmm. Естественно, что многослойность у нас проявляется везде. И в одежде, и в аксессуарах, и в сумках тоже. Современная девушка утром выходит, и она идет в днем на работу, потом, может быть, на спорт, плюс еще берет с собой какой-то вкусный, не вкусный, а полезный перекус. Поэтому все должно поместиться, все должно везде быть. И эта маленькая сумочка сопровождается еще какой-нибудь большой обязательно. И это должен быть не пакет, а тоже сумка. И как-то вот по цвету, по форме все может перекликаться. И это не будет выглядеть дико? Нет. Угу. То есть вот такие маленькие сумочки на пояс, они по цвету перекликаются, по форме перекликаются. Взагалі, поясні сумки, вони ще підкреслюють талію, це взагалі мені дуже подобається. А я правильно бачу, що у дівчини ще клатч, якщо так придивитися, чи ні? Чи це все ж таки мені здається? Може бути, це, мені кажеться, свернута бумага ще може бути. Может быть, она идет на фэшн-показ, и это приглашение. Можливо, добре, наступно. Да, ну здесь вообще вот такая навесная сумочка на карман. Что нам важно знать? Нам важно знать, чтобы эти сумки по цветовой гамме входили в цветовой состав наряда. То есть у нас есть бежевый верх, у нас есть оранжевая юбка в коричневую клетку, и уже коричневого цвета вот эта маленькая сумочка. То есть все везде перекликается. Добре, наступне фото. А вот здесь мы видим уже две сумки. Здесь ремень и такие вот сумки, карманчики, куда можно уместить все, помаду, денежку, телефон и еще сумка-банан. Все перекликается по форме, по цвету. Видите, все очень прямоугольно, все очень графично. И поэтому вот все зашло в образ. Наступне. Ну, мини-дамская сумочка, которая, по-моему, даже меньше, чем телефон. Это даже больше похоже на украшение, чем на саму сумочку. Но вот есть в этом фишка, и это просто обновляет наш лук. Ще є у нас фото? И точно прикує погляди. О, це вже така масивніша. Да, вона вже більш масивніша, але вона більш масивніша за счет чого? За счет того, що там вот такой длинный, сантиметров 10 ряд цепочек, поэтому он додает. А так-то, в принципе, сумочка маленькая. И по форме входит, по текстуре пересекается, по всем цветовым сочетаниям, серые цепочки, серое пальто, черные туфли, черная сумка. То есть обязательно есть переклик. Взагалі я звернула увагу, що дуже модні цього сезону, такі ніби мішечки, декілька разів. Да, да, торбочки. Так, да, вот еще одна. Вот еще одна маленькая торбочка. Здесь сумка как акцент, как противостоящий цвет друг другу, может быть, еще. Далее. Добре. Ну и сумка на пояс. И вот смотрите, есть сумка на пояс и сумка на плечо. Это то, о чем я говорила. То есть маленькая сумочка для стиля, для настроения, для того, чтобы вывести наряд на вот этот классный трендовый уровень. Ну и большая сумка для дела, для пользы. Добре, мусимо заспокоїти наших глядачів і чоловіків, в тому числі, що так, можна ще додатково велику, проблем немає. Давайте переходимо до нашого наступного тренду. Великі масивні заколки. Наскільки я знаю, вони також будуть в моді.
Моя колега поза ефіром не припиняла тішитися. О, це так модно, це так круто. Це дуже круто виглядає. І я одразу згадую десь 2008 чи 2009 рік, мої шкільні роки, коли, пам'ятаєте, були бантики такі, їх завжди тут десь ліпили. І я себе згадую, у мене була колекція. І це дуже круто виглядає, хоча теж незвично. Ніби просто взяла, наколола щось зайве, але виглядає стильно. Очень круто виглядає. І це, опять же, обновляє. Тобто ми привикли використовувати сережки, ми привикли использовать кольє, используем кольца в большом количестве, многослойность, опять же, во всех этих украшениях присутствует. А вот голову мы задействуем, как правило, редко. Так или иначе, все равно мы укладываем, мы ее моем, мы ее заплетаем, возможно, крутим, но какие-то аксессуары мы не всегда их используем. Ну, какую-то тиару, диадему на особый случай. А вот количество заколок, это уже интересно. Это может быть одна заколка массивная с надписью, а может быть и несколько. Там далее фото. І хотілося б відразу запитатися, наскільки доцільно от поєднувати із масивними прикрасами? Чи все ж таки варто від них відмовитися, щось таке лаконічне, маленьке і акцент на волосся? Звісно, я вважаю, що це має бути щось одне. Либо це крохотна сумка, і тоді вже немає колець, і немає акцентних, крупних аксесуарів. Або це украшення на голові. Ну і, може бути, от смотрите, там є сережечки, цепочка. Да, і так далі. І ми заколки носимо не тільки рядом з пробором, ми можемо носити ззаді, з полу, з боку, можем по всей голове. То есть дальше ваша фантазия, ваша смелость играет роль очень важную. Но смотрится действительно круто. Так. И еще очень классно, смотрите, что это же свитер одет, да? Это просто обычный свитер, такой теплый, да, без, не праздничный наряд, как мы привыкли использовать. Заколку с жемчугом или украшение с жемчугом, и это вечерний наряд. Нет, здесь обычный кежуальный свитер и заколка с жемчугом. До речі, зачіски я також звернула, такі максимально прості, але от вони підкреслюють. Да, то есть они вписываются в форму зачіски. Ти взагалі раніше заколки, вони були якісь просто практичні для того, щоб десь підколоти, а зараз це ще й акценти, які можна робити і виглядати дуже стильно. Да, да. І хендмейд, я так зрозуміла, також можна використовувати. Конечно. Платочки тоже будут актуальны. Я взяла только одну картинку, но на самом деле платочки можно использовать и на хвостик, и большим бантом повязывать. То есть сейчас это будет очень красиво. Вот, и мы можем увидеть, что у нас есть платочек, который по цвету перекликается с верхней частью одежды. Да, мы видим, что в пиджаке есть желтый, в пиджаке есть бежевый, и в пиджаке есть такой темно-зеленый. Те же самые цвета у нас присутствуют и в платочке. Они могут быть другой формы, немножко где-то другого оттенка, возможно. Ну, от це дуже важливо, коли ви з'єднуєте річ, учитувати. Стосовно платочка, я знаю, його ще дуже мені подобається, коли носять десь на сумочці, чи ремінцем. Це дуже стильно виглядає. Або на руці. Бачу, що на фото взагалі поєднання із жемчугом, от сережечка. І в мені відразу якісь 80-ті. От якось воно переплетено і аналогічно дуже модні ці платочки. Тоді якось, не знаю чому, якісь фільми мені такі згадуються десь. 80-ті. Так, виглядає дуже. Тут большая история, да, все равно тренды, стиль, это все равно история моды, которая развивалась и которая перетекает из одного десятилетия в другое. Да, жемчуг был одним из самых популярных украшений в те годы, да, плюс сейчас у нас в тренде 80-е, и это тоже, возможно, отсыл на из 80-х. Мои руки, как сказала бы Александра Балла. Якби я не тут не була, я б уже тебе підколола 10 разів, тому цінуй моє мовчання. Добре, маємо ще дуже цікаво. А тут вже видно, як цілий лук виглядає. Да. Тобто дівчина в чому вона обрана і як вона поєднала із масивними заколками. Ну давайте ще розберемо, тому що це дуже важливо зараз. У неї вже два ряди цих заколок, да, тобто вона взагалі не пожалела, жирненько. Далі уходить в спокійну цвітову гаму. Но що з'єднує вот это ефект цвіту на заколках і ефект цвіту такого дробленного цвета, да, на шарфе, да. У нас есть черно-белый эффект от заколочек, вот такого, как это называется, ну, дробление цвета, наверное. И мелкая такая же клетка с белым и бежевым на шарфе, и вот все вместе довершается. Так, я, до речі, коли подивилася на це фото, я в першу чергу побачила шарф. Як це не дивно. От він мені впав. І, можливо, треба було на волосся звернути увагу, але ось цей шарф, він просто взяв на себе всю увагу. Чи є у нас ще фото? Наверное, все.
А, вот еще интересное. Бантики. Да, бантики. Будут модные бантики разные, бархатные, шелковые, связанные из платочка или отдельная заколка. Плюс еще бантики, и на ней могут быть стразы. То есть это тоже очень красиво, очень женственно, романтично. И классно соединять это, наоборот, с какими-то более такими джинсовыми, кожаными, более грубыми вещами. Чекаю тебя у бантиках. Я знаю твоє відношення до них. Я бачу, ты дуже уважно слухаєш. Еще заготовленная коллекция. Поэтому да. Ну а здесь вот у нас опять многослойность прослеживается, да, эти три банта, они красиво смотрятся, хотя вроде бы смешно, казалось бы, что за три банта взяла, одела. А вот здесь все очень выдержано, все пропорции, хвост равномерно распределен, шляпа взлетающая, черная текстура кожи. То есть все очень грамотно, і ці банти вже не кажуться такими смішними. До речі, я бачу, що поєднання із цим капелюшком, наскільки популярні цієї весни будуть ось такі масивні кашкетики? Будуть, будуть. Вони залишаються, плюс вони міняють форму, вони становяться, зараз ми бачимо більш вот таку плотну форму, а заходять такі, знаєте, більш ломані текстури у цих шляп. Это будет чуть-чуть новое. А еще очень классно меховые шляпы. То есть шляпа, но только из искусственного меха с классическим костюмом, летящим, просто смотрится потрясающе. Ох, знаете, мне кажется, нам треба цілими днями сидіти тут, виділяти купу часу, щоб це все обговорити, тому що це, напевно, єдина така мізерна частинка з того всього, що хочеться розказати, з чим ознайомити, але все ж таки, підбиваємо підсумки. Що в моді цієї весни? Монохром. Монохром. Багатошаровість. Многослойність, да, вона була, остається, вона просто переходить не тільки із одежди, украшень, сережок, колье и кольцо, она переходит еще и в сумки, да, и в волосы. А, брючные костюмы. И они тоже, когда они в монохроме, это тоже очень красиво. Или в неоновом цвете, это без, вообще просто вот бомба. А, спортивный стиль. Он прослеживается в неоновых вещах, но иначе он прослеживается еще и в других вещах. Это кроссовки папины кроссовки, они остаются. Только с платьями, с брюками, вот уже не со спортивными какими-то вещами. Еще входят велосипедки, если вы видели или нет. Так, але це має бути відповідний тип фігури, бо на мої ляшечки, якщо велосипедки одягнути, буде щось страшне. Я на тобі розповідаю, що все треба міряти, все треба підбирати. Пробувати, форму искати свою, правильну длину, і тебе велосипедки теж... Так, але здавалося б, вони повністю обтягують твої ніжки, і вони до коліна. Да. Як взагалі це поєднувати? Виглядає на дівчатах дуже круто, на якихось моделях. Але чесно, на себе я б ніколи не наважилася таке одягнути. Ну, треба спробувати. Вони ж носять його не просто велосипедки і якийсь топ відкритий. А там одягаються велосипедки і обов'язково одягається піджак. А пиджак уже здесь играет колоссальную роль. Нужно подобрать правильную длину пиджака, где она закончится, допустим, на самой тонкой части твоей ноги. Она скроет. Где она? Тонкая часть. Есть, она есть, я вижу, не волнуйся. Ну и плюс еще сам крой пиджака. То есть можно же выбрать не просто вот такой ровный пиджак оверсайз, можно выбрать приталенный пиджак, тогда будет талия, будет скрыто все ненужное в ножках и будет две спортивные велосипедные части. Те, що тобі треба. І все, що треба. І плюси ще з обувью на каблуці, це ж буде взагалі така совершенно длинна нога. Ну а ті, хто не може носити велосипедки, просто ровні, красиві шорти до колена зі стрілкою, це просто потрясающе класичний і дуже стильно, і давно не було цих шорт вже. Так, і ще в нас ми говорили про те, що маленькі аксесуари, точніше маленькі сумки. Маленькі сумки і великі сумки. Тобто це гіпертрофія. Фіксованість либо сюди, либо от сюди. Чудово. Це теж буде. І заколки. Не забуваємо про аксесуари. І варенки, і плісировані юбки, і комбінезони. Ну, трендів дуже багато. І говорить це о чому? Це говорить о тому, що ми можемо індивідуально вибрати собі те, що хочемо. Кому-то подобається варенка, ми вибираємо собі варенку. Кому-то подобається монохромність і класична, да, інтелігентна подача своєго зовнішнього виду, він вибирає собі от такий тренд. Тобто мода зараз настільки розмаїтна,
классно, что не она диктует, а все-таки она позволяет, и дизайнеры позволяют нам выбирать, и играться, и чувствовать себя разной каждый день. Ще одне таке питання. Добре, давай. Добре, будуть два питання. Анімалістичний принт, я знаю, зараз він дуже максимально трендовий. І хоча раніше, коли дівчата бачили леопард, чи десь змію і так далі, то вони кричали, о, це дурний тон і так далі, то зараз це просто всюди максимально. І мені дуже подобається, хоча як це носити? Це я кричала. Це ти кричала, так. І як, і з чим це носити для того, аби не виглядати дикою? Ну, вообще, кобра – это животное, это уже дикость, правильно? Ну, это уже так или иначе отсылка к дикому миру, к дикой подаче и так далее. Можно, опять же, кобру не носить полностью, можно носить детали, вот как у тебя сейчас, да, на твоем поясе, и очень смотрится сдержанно, интеллигентно, но... Акцентик есть, я так и да. Думала. Вот, можно носить обувь из кобры, то есть это будет далеко. Точно так же, вот твой красивый Total Black, да, и какая-нибудь кобровая, казаки из кобры. Это будет тоже очень круто. Есть соединение обуви, допустим, вся туфля из кобры и каблук неоново-оранжевого цвета. Тоже будет очень здорово. Ну, то есть можно носить шелковую легкую юбку и босоножки из, вот, с этим принтом. И мне еще дуже подобається цей масивний верх, шовкова спідниця и босоніжки чи якісь ботильйончики короткі. Це максимально стильно. А сапоги? І сапоги, які так, під спідницею. Да. Це дуже круто. Добре, моє питання останнє. Підбиваємо трошечки так підсумки. Чи можете ви вже сказати, от наразі ви не перший рік вже проживаєте в Закарпатті, я думаю, що ви дивитеся, помічаєте наших модниць на вулицях нашого міста, взагалі, якщо десь в Ужгороді буваєте, чи можете сказати, що дівчата все ж таки стають модніші, більше? Да, от чесно. Експериментальні, я б навіть сказала. Чи сміливі вони, чи беруть на себе от цей весь модний трендовий тягар? І чоловіки. Ось це також дуже цікаво. Я бачила дуже багато класно одягнених парней в Ужгороді. Дуже багато. Ті, які працюють в архітектурі, ті, які працюють в дизайні, вони так чи інакше будуть інтересуватися. Без цього неможливо просто. Вот. Ну, а для того, щоб наш край становився більш модним, більш розвитим в цій області. Ми ж можемо устраивать фешн-фестивалі, фешн-шоу. Почему нет? У нас для этого есть все. У нас есть красивый край, у нас есть красивые люди, у нас есть талантливые люди, у нас есть много дизайнеров. Почему бы нам не устраивать фешн-вик, фешн-фест? И таким образом показывать, рассказывать, что мы сами можем создавать і одягати, допомагати нашим людям виглядати красиво. Так, мені здається, що проблема якраз не в тому, що не хочемо, а можливо десь не можемо. Треба допомогти. Я думаю, рано чи пізно ми і справді станемо ось тим модним краєм, де виходиш на вулицю і очі розбігаються всі такі модні, красиві. В принципі, так, як і тепер, але ще але трішечки ще, доробити, да, так, да, допрацювати. Завжди, в совершенству нет предела. Так, от саме такою тезою ми будемо завершувати нашу розмову. Досконалості немає меж. Яна Мурзаєва, стиліст, сьогодні була в нас в гостях, говорили про весняні тренди, наговорилися, знаєте, дуже-дуже багато, все треба осмислити, прийняти, ну і, звичайно, готуватися до весни. Дякуємо вам дуже гарно за розмову, ми з Яною точно взяли собі на замітку і будемо над собою працювати. Вам ми бажаємо класного дня, та й не тільки, скоро свято, і бажаємо класно вам зустріти цього дня Валентина. Дякую, і вам теж. Дякуємо, ну а ми повернемося буквально за кілька хвилин, не перемикайте.